Судари, сударыни, господа и дамы, мое почтение. Сегодняшнее исполнение для тех, кто недоумевает, мучаясь вопросом, зачем нужен подобный контент. Жемчужников Алексей Михайлович. Рабочий люд, едва не весь, на нашей родине без хлеба. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, так он голодный молит небо. О, братья, хлеба беднякам в лихие дни нужды народной, и хлеба умственного нам, стоящим вне толпы голодной. Утробной пищей сыты мы, но без духовного питания ослабли тощие умы, бесплодные, скудные познания. Хоть удается нам порой, пускаясь в хитрости, в обманы, прикрыть дешевой мишурой неблаговидные изъяны, хоть, искусившись в похвальбе, среди народов даже ныне мы поклоняемся себе, как между нечистью святыни, но жизнь осветит темный путь и правду горькую откроет, разоблачив когда-нибудь, чего гордыня наша стоит. О, никогда и никому, кто льстит вам, братья, вы не верьте, без пищи умственной уму грозит беда голодной смерти. Всем хлеба, хлеба беднякам в лихие дни нужды народной и хлеба умственного нам, стоящим вне толпы голодной. Всем спасибо.